Здравствуйте! Это школа Цигун Сергея Суховея. Сегодня я расскажу о том, как получить первичные ощущения той самой таинственной энергии Ци, о которой так много говорится, той энергии, с которой работает Цигун. Мы не будем углубляться в разбор природы этой энергии, что это такое на самом деле. Мы сегодня будем получать ощущения, реальные физические ощущения этой энергии. Сегодня мы получим некую точку отсчета для дальнейшей практики цигун. Итак, первым делом соединяем ладони и хорошенько их растираем. Растираем до жара, тепла. Ладони не напрягаем. Растерли, получили тепло. Следующий этап, мы начинаем встряхивать кисти. Можно также сделать тряску всем телом. Можно пропустить этап тряски, потому что это упражнение включится все равно, но с этим на начальном этапе идет гораздо легче. Дальше. Мы снова соединяем ладони. Перенесли свое внимание на ощущение вот этого контакта, ощущение вот этого тепла, которое появляется между ладонями. И ощущение гармонии во всем теле. Выравнивание правой и левой стороны тела за счет вот этого замыкания. После этого мы начинаем снова поглаживать или растирать ладошки, но уже медленно и спокойно. Все внимание на физический контакт. А теперь мы уменьшаем степень нажима. И уже едва-едва касаемся. И постепенно мы перестаем касаться ладонями друг друга. Сначала несколько миллиметров будет зазор, потом сантиметр. Мы как будто бы что-то перекатываем между ладонями. Постепенно увеличиваем расстояние, доводя его до 2-3-4 сантиметров. В наше внимание между ладонями. Наверняка у вас появится ощущение, физическое ощущение присутствия чего-то, какой-то бесконтактной такой вот связи между пальчиками, между ладонями. Появится тепло, пульсация или ощущение, напоминающее такое сближение двух отталкивающихся полюсов магнита. Потом мы расположили ладони друг против друга. Можно буквально чуть-чуть посмещать, убедиться. Очень важный момент. Не нужно сейчас анализировать эти ощущения и сильно вдумываться, есть они или нет. Мы просто их наблюдаем. А теперь мы начинаем чуть-чуть разводить, сводить ладони, как бы прощупывать ладошки на расстоянии. Обычно появляется вот такое ощущение давления какого-то. Мы еще чуть-чуть разводим ладошки и снова находим вот эту область, вот это расстояние, на котором есть эффект двух отталкивающихся магнитов. Эффект чего-то плотного между ладонями. Сначала это будет очень тонкое ощущений, а потом будет оно становиться все более материальным, все более плотным. И можно еще чуть-чуть развести ладошки, и своим воображением, своим сознанием мы помогаем себе, мы представляем, что у нас между ладоней находится некий шарик, нечто более плотное, чем простой воздух. Можно еще увеличить расстояние. В этом упражнении почти у всех людей, кто впервые пробует его, появляется вот это ощущение плотности, ощущение чего-то между ладонями. А теперь мы попробуем перевернуть ладошки. Одна ладонь как бы поддерживает, другая накрывает. Считали свои ощущения. И снова перевернули.
А теперь мы проведем одной рукой вдоль другой, направляя как бы луч из центра ладони на поверхность и даже вглубь, в центр руки. Во время этого движения часто бывает, даже волоски на теле как бы становятся дыбом. Появляется такая наэлектризованность. Да, кто-то может сказать, что так это же простая наэлектризованность. Да, возможно. Дело в том, что одно из определений ЦИ – это биоэлектричество. Хорошо. И то же самое попробовали сделать, провести по другой руке. Можно по внутренней, по внешней стороне провести, вдоль точнее, и сравнить ощущения. Скорее всего, сейчас у некоторых будет теряться вот это ощущение чего-то. А у кого-то будет оставаться. Но по мере практики у всех эти ощущения станут более стойкими. И снова собираем вот этот вот наш шарик между ладонями. Очень по-разному характеризуют это состояние. У кого-то появляется пульсация, у кого-то мурашки, у кого-то жар, у кого-то иногда бывает даже холод в ладонях. И почти всегда на ладонях появляются такие пятна. Это и есть первичное, самое простое представление об энергии ЦИ. Точка отсчета, с которой начинаются большинство практик ЦИГУН. Соединяем ладошки, погладили их. Поздравляю, только что мы сделали первый, самый простой урок ЦИГУН.